Реализацию приоритетного проекта «Человеческий капитал» обсудили в правительстве на совещании с премьер-министром Абдусамадом Гамидовым. В заседании приняли участие руководители профильных министерств, главы муниципальных образований и общественные эксперты. Этот проект способствует совершенствованию образовательной среды, построению эффективной системы здравоохранения, росту социальной защищенности населения, развитию спорта и вовлечению молодежи в общественно-политические процессы. Так, в текущем году был проведен ряд крупных культурных форумов и спортивных мероприятий, осуществлено расширение сети учреждений культуры. Открыт Дом поэзии, масштабно отпраздновали 70-летие Победы и юбилей Дербента. Провели Кавказские игры, успешно реализуется проект «Культура детям села». Строятся школы и садики, больницы и поликлиники, спортивные площадки. Первый вице-премьер Анатолий Карибов рассказал о планах реализации приоритетного проекта «Человеческий капитал» на будущий год. Все мероприятия эти были отправлены в наши районы, города, муниципальное образование, общественную палату, народное собрание, экспертов, другие формирования. Подготовили предложение таблицы, где предложения органов местного самоуправления были проанализированы. В ходе совещания присутствующие проработали вопросы, связанные с выполнением запланированных на следующий год мероприятий. По итогам обсуждения Гамидов дал ряд поручений ответственным за это руководителям. Те проблемы, которые именно вот эти инициативы СМЕС максимально включить, чтобы приоритетный проект, в приоритетном порядке, чтобы эти пункты исполнялись. Кроме приоритетов есть много текущей работы, которые каждый день возникают, то одна, то другая внутренняя ситуация. Поэтому это приоритет, один из пунктов нашей работы.